Добрый вечер, в эфире Ижевск Твидей на канале Россия-24. Это обзор актуальных твитов про Ижевск и Удмуртию. Самые короткие новости про самое интересное. В студии Анна Сабо. Почитаем. Сегодня в Твиттере обсуждают поражение хоккейного клуба «Ишсталь». В Ижевске состоялся товарищеский матч между этой командой и глазовским «Прогрессом». Сталевары уступили гостям из северной столицы Удмуртии со счетом 0-2, что и вызвало наплыв твитов от разочарованных болельщиков. А нам стоит только отметить, что автором обеих шайб стал капитан глазовчан Роман Вафин. Сегодня в Ижевске состоялась пресс-конференция министра образования Удмуртии Андрея Кузнецова. Помимо прочего, на ней был затронут вопрос внедрения одинаковой школьной формы для всех учащихся. Как утверждает министр, единообразия для страны не будет. В некоторых школах Ижевска подобная форма есть, и Министерство образования эту практику приветствует. Но навязывать определенный фасон никому не станет. Продолжим читать, и чтобы о наших новостях узнали все, мы предлагаем вам стать нашими авторами. Пишите нам на ИЖ24 или ставьте хэштег Твидей Ижевск Удмуртия. К актуальным темам дня. Сегодня в топе Твиттера чаще всего упоминается актер Жан-Поль Бельмондо. Кумир многих российских женщин отмечает свое 80-летие. И твиттеряне не могли пропустить такое событие. Твиты с поздравлениями, воспоминаниями и просто ретвиты сыпались как из рога изобилия. Мы присоединяемся к многомиллионной аудитории Твиттера и желаем актеру здоровья и творческого долголетия. В ретвите дня сегодня видео о том, как будущее постепенно заходит в наш мир. Специалисты из Boston Dynamics вслед за шагающим четырехногим существом продолжают пугать своими разработками. На этот раз они сделали робота, уже не отличающегося от человека прямоходящего. С вами была Анна Сабо, Ижевск Твидей. И помните, что 140 символов могут стать новостью дня. Читайте Твиттер. Всего доброго.